Чё там делаешь? Ой, извините. Чё такое? Да вот сегодня взял, короче. Не знаю, что это. Чё за фирма? Это пробник? Да, А, пробник. я понял, что это такое. Сегодня будем ноги это убивать притрен. прямо. А ты чё, один взял? Нет, взял два. А вот он второй. Для себя, для Вики. Чё-то это жесткий какой-то, Мне кажется, дизайнерский. вот тоже. Не знаю. У него вид уже устрашающий. Да, я уже боюсь за свои ноги, которые буду сейчас делать. Ну, думаю, надо пробовать, да? Да, давай. Сейчас что-то мешаем. Сейчас это. О, на вкус, нет, так. Приятно. Какой вкус? Оп. Здорово. С прошедшим днем рождения вас. Спасибо. Так, ну что там? Мне уже страшно. А чья фирма? Вообще. Походу, вот это. Не будем, короче, мы слух произносить эту фирму. Может, какая-нибудь вообще запрещенная фирма. Нелегальная. Дай поближе покажу. А, ну ладно, что обычно. Че не пью, да? Там ничего не видно, что-то пьют, а ничего не видно. Друзья, мы забыли вам сказать привет. Сегодня мы будем убивать ноги. Сегодня у нас понедельник. Какое сегодня число? 29. 29. Да. У нас сегодня опять ноги, да? Понедельник. День тяжелый, потому что ноги. Ну, как обычно. Аргинчик. Опять дежавю. Опять. Сколько там? Все, последний. Все. Сам, покажи это. Значит, такую я пью. Фирма Сан. Аргинин. Только на третьем видео скажут, показали баночку. Все. Ладно, ну что, поехали. Первое упражнение — жим ногами. Разминку уже сделали. Это уже рабочий. 350. Сейчас буду я. Что, у тебя рабочий пошел? Да. Второй рабочий. На 8? Сам подымешь? Раз, два. Раз, два. Что, 7 взял? 8. Нормально пошло. Нормально пошло? Да. Все, Витянин начинает четвертый подход. Как эмоции? Силу есть. Силу есть. Все, здесь мы силу не оставим. Нет, там. Я бы даже 400 сделал. 400? Я думаю, можно на то, что 500, 10, 10, 10. Называется. Четвертый подход. Сделаем, потом включимся.
жим ногами уже сделали. Да нормально, сейчас на штанге добьем еще. На приседе. Потом и вообще как? Приседе. Потом приседе. Не, сначала присед, а потом как сделаем? Присед, потом как? Конечно. Че, погнали на приседе? Погнали. Разминается Витяня. 110. Вес 10. А у него 112 килограмм уже. Масса. Вообще масса 112. Приседает, шатается. Пока у нас разминка идет, сейчас я тоже разомнусь. Потом будет следующий, 110, 130, 100, еще по десятке накинем. У нас сегодня оператор, знаете кто? У нас сегодня оператор стул. Тумба. Стул тумба оператор. Но. Все, 140 у нас на штанге, 140. Витяня бинтуется. Бинты сегодня новые купил себе. Широкие жесткие бинты. Не знаю. Ну кто хочет, тот увидит, кто не хочет. Тот не хочет, значит. Так будем делать рабочий. Рабочий по ходу. Нет, это не рабочий еще. Я на буду 70, а буду расходы. И потом еще сделаем 200 проходов. На раз? И на два. Три раза хочешь? Или на 4. 200 килограмм. Рабочий. Надо на какой-то этот? На 4? На 4, да нет. Так. Я, кстати, это, знаешь, вот я сомневался, что я не сделаю 200. Ну, я знаю, что три. А я сегодня, наверное, в пятницу настраивал, когда будет 40 рабочих. 40? 40. По 8, да? А я когда в момент написал 200. Что выдох. Я короче стыканул маленько, Все, заднюю-то нельзя уже давать. Все, сказал. Пацан сказал, потом сделал, давай. Заднюю уже не слышишь, да? Да-да-да. Народ уже видел. Сейчас мы им доказательства. Детский вес.
Пятнашки накинул. Пятерку. Знаешь, мы как это, корректируемся. Если своешь, он вот так. Так. Вот. А что будет делать? 160. Ладно, посмотрим, как 160 пойдет. Вес у нас будет 160, потому что мы будем еще сегодня проходку делать. И сегодня у нас еще будет гак. Гак мы сегодня будем бомбить, наверное. Убивать. 170, да? 180, 180, 4 по 8 или 4 по 10. Нормально будет, да? Рабочий. Рабочий. А то там они один все потопили. Нормально. Второй рабочий подход на 8. Тебе я нажим поседает. Музыка надо. Погромче, музычку сейчас включу.
А я думаю, что не то прикинь. Да-да-да, она вообще вдохновляет. Что-то не то, короче. Совсем не то. А просто я сегодня динамит рефосил без музыки. Это не то. О. Ну сейчас мы присядем, сейчас мы... О, наверное, мы еще накинем музыку. Да. Я забыл, что можно еще. Еще. Я забыл, что у меня сегодня есть музыка. Что, кстати? А? На? А, вот там. Короче, вдруг я тут решил по 80 у меня будет, потому что у меня мозг вспомнил, что я сегодня взял музыку с собой. Сейчас легкая заминка, вот это вот. Вообще, я слушаю обрезок, я тут слушаю. Ну это я не знаю. Это сделай. На 8. Давай. Вот он, пока выключим, да? Заказал ему ремень с интернета, привез он ему маленький. Знаешь, какой это ему ремень лезет? Еще есть ремень с причёткой? Oh.
Да. Короче, Влад, ремень дал. Стянул. Давай, Витяня. Втяни свой жирок. Витяня как раз на одну, но... Как раз под тебя. Тебе надо на нем Сибирь Джим. А, ну. Сделали вот тренировку. Многих есть. Фирменный ремень. Помастерная. Ну, в туалет сходил. Ребята, это вообще жесть. 140. Силиконовые икры будут. Не растут. Икры не растут, будем делать. Так. Продолжение следует...
Вот такое бывает уже. Лада, проходка. Фу.
Походка просто даю шок своим ногам. Чтобы они немного были шокированы. Стресс им даю. Может на раз, может на два. Не может, да, на два. Не люблю неопределенность. Да, ну и пока пока не знаю. Я у меня в какая-то будет. А то я раз не получаю. Все кидаешь, как функцию там. Вообще. Может, ты блин в него кинуть, а? Лёха тоже в кадре, кстати. Лёха, ты да, да, да. Он наоборот, спокойный. Знаешь, я хочу или не хочу? А так же будет? Боится просто мне это рассказать. А, да? Я не знаю, что я делаю. Я не знаю, что я делаю.
43 года. Хорошо, едем. До дела доходят. Амплитуда очень маленькая, он вот так. Да, тут есть хорошо. Да, есть. Стоп, да? Стоп, да? Я вижу. Стой, я вижу. Стоп, да? Я вчера думал, что он как... А потом оффсайд сделаем. Я 200 курил, 200 курил, я записал так. Так, я просто хотел, чтобы пусть лёд был 15. Потому что я привык к такой постановке. А с таким весом? Да, ну я помню. Чтобы не с наклапом задавил ему. Да. Короче, у меня что-то с музыкой, проблемы какие-то. Переделать. Наша карта.
Короче, зимой будешь 270. Сколько? Ничего. У нас же газ ничего. Вот это на газе будет. Ну что, давай этого корову сиропом выпить, волшебно. Короче, 200 на 5, где-то месяца через полтора, два, будет 270 на 2. Как ты думаешь, два? Да-да-да, все, встречаемся. На том же месте, в то же время. Приседает динамит 38. Как близко? Давай, Дима. Динамит. Раз, два, три, встал. Силовые показатели не упали, потому что мы еще креатин, эти компоненты выпили от Москву Фарм по 15 грамм. 15, да? Со сложными углеводами выпили. Не знаю, наверное, скорее всего, нужно передохнуть от припрема. Смысл покупать это все без проблем. Просто на ветер денежку. Что мы ее пьем, а чувствовать не чувствуем. Народ в зале прибавился. Видели? А нет, вы не видите. Ладно, не суть важна. Мало, мало, мало. Мало, мало тебя. Да. Ой, ладно. Ребятки, это ж просто. Я не знаю, с чем это сравнить, конечно. Какое удовольствие. Когда ты делаешь что-то хрень. Как-то вот делаешь, да, вот. Вот эти вот... 8 раз, я не раз, знаю. Раз, а потом вот это вот прошло состояние. Потом ты когда ставишь, и ты просто, не знаю, как будто тебя кто-то спас от чего-то такого. Два, три. Вот это вот после 5 начинается, короче. Да, да, да. Ты мне что-то говоришь, 5, остальные... А, сам 5, остальные со мной. Я думаю, все, это просто, ребят. Ну ничего, давай, заключительный 4-й мотор. 150 килограмм. Ладно, четвертый. Потом будет бицепс бедра этого упражнения. Голень еще сюда бабахаем. У меня-то еще по расписанию сегодня плечи. В другой раз я не смогу сделать. А я, наверное, просто ноги сегодня сделал. Так. И потом надо в ужасе лететь. Вообще в ужасе. Просто время ограничено. Переводы есть, да? Ну, у меня коктейль. Фу. Ладно. Могу поделиться рецептом коктейля потом. Слава, напомню. Давай. Детский вес. Бля, сейчас уже сам делаю.
такой, приехали, блядь, все, сели в это, как он, в таз, нахуй, с грязной водой, ну, все, приехали, да. Ну, все, поделись с подписчиками ощущениями. Я даже встать не могу. Я вообще завтра к Слугу ходить-то, нет? Да, нет, это не племя. Наша сможет, да, крышка. Да. Сейчас поднакинем еще двадцаточку. Где мой клиент? Сразу же, да. Состояние ужаса, сидишь, нахуй, не слежишь. Я связался. Так, что у нас тут? Какой вес? 60, да? 70. Детский вес. Ой, ебани. Хочешь верить, хочешь нет, но это будет сложно. Нет, нет, нет силы, нет боли, как? Просто убили это вообще убили жестко. Убили вообще. Рекорды ставили. Подписывайтесь на канал Динамит 38. Мы с Андреем. Всем пока. Здоровья.